Вот вход труб в подвал дома, отопление. Значит, вот данная труба, вот это вот, вот температура. Получается 55 градусов. Вот идет насос. На нем написано обратка. Вот он пошел сюда в дом. И пошел расходиться по вот этой трубе. По всему дому. А вот труба подачи, на которой 40 градусов. Вот он идет насос. Вот написано подача. То есть, соответственно, вода на подаче холоднее, чем на обратке. Вот эта труба, которая заходит в дом. И специалисты, которые с ЖКХ приходили, говорят, вот эти вентили, они установлены на всех, которые поднимаются в квартиру, это должна быть подача, но никак не обратка. Они все стоят. Вот. Должна быть вот эта вот подача. А это обратка. И так по всему дому.